Костя, ты где? Костя! Костя! Ну, добрый вечер! Мы в Вилти Трио. Короче, приехали вот там гости. Костя! Ну что, я хочу представить наших специальных гостей. Скажем так, ребята по отдельности играли на Арсене, но вместе еще ни разу, поэтому сегодня некая такая мини-премьера на арт-среде Very Loud Trio. Прошу любить и жаловать. Очень громкое трио. Классная прическа, Костян. Спасибо. Классная футболка у тебя, кстати. Да очень классная. Все красивые, все молодцы. Все, отдаю сцену. Спасибо. Вашу ответственность. Извините, но это не убрать, ребят. Это Фендер. Да, видимо он. Red and brown, but so
Немножко рок-классики. Да. У вас кусик отклеился. Не знаю, не убивает вас этот звук, ты не слишком режет. Нормально? Ну, хорошо. Так. Вот Fender единственное отличается тем, что расстраивается. Ничего с этим не поделать. Поделать. Ну, вот я не умею, не научился пока. Приезжай ко мне. От тебя не уедешь потом. Да, сейчас. Где же она? Поехали.
Спасибо, спасибо, друзья. Спасибо. Так, и опять же небольшая настройка. Ну что? Это Fender. Это Fender, да. Любимый инструмент. Это, кстати, вот мой самый первый инструмент, который я купил в 96-м году. Ребята, меня... И так и на нем и играл. Подтаскивает? Сейчас подтащим еще. Давайте, ребята. А, ну а сейчас это, пришла пора времени произведений, собственно, техника Джимми Хендрикса. Для всех картежников и байкеров, если такие тут имеются. Вот, и для тех, кто на мопедах тоже. Гитарист хороший, Филипп Сайз. Вот цепанула у него песенка одна. Называется Out of My Mind. Сейчас попробуем что-нибудь в своем духе. Oh,
Из молодости. Когда-то я был маленький, был у меня ирокез, и играл, короче, в переходе вот эту песню в 89 году. И сейчас мы ее вспомним здесь, в Model T. В 2019 прошло, кстати, 30 лет. Да? Или сколько? 300 лет! 300 лет тому назад! Точно, как черепаха Тортилова. Сейчас. Панки говорят, гитары не настраивают, но я все-таки уже не панк настроить. Чисто из уважения к вам. Ну давай. Ну пацаны, сейчас, подожди. Вот это да! Поехали! Сыграй, я уйду. Договорились.
Все, ребят, спасибо, мы спали. Кабан, я хочу у тебя детей! Я не могу.